Все в снегу. Посмотрите, красота. Детям какая лафа играет. Не знаю, видно вам, не видно. Всем привет-привет. Всем, кто зашел на мой канал, смотрит мои видео. Всем здравствуйте. Итак, вы на канале у Светланы Ланы. И сегодня я хочу вам показать, какой будет у меня новый процесс. Мы видим, на столе у меня уже расфасованы стразики по zip-пакетам, пронумерованы. Это круглые мерцающие стразы. И сама картина будет, опа, вот такая. Это пара тигров. Размер изображения 30 на 40. Картина небольшая. Очень красивая, мне нравится. И у меня прям чешутся руки быстрее начать ее выкладывать. При выкладке хочу использовать также свою новую подсветочку. Так, не теряйся, фокус. Еще ни разу ее не использовала. Буду пробовать ее на вот этой картине. И все вам расскажу и покажу, как она мне понравилась или нет. Все, поехали выкладывать! Картина настолько легко выкладывается, что мне даже в этом помогли мои внуки. Смотрим, я уже выложила половину картины. Так, как вам так показать? Вот, половину я уже выложила до вот этого моментика. Вот. Ну, одна уже тигриная морда у меня есть. Смотрите, мерцающие стразы, как они переливаются красиво. Стразы пока все еще есть, всех хватает. Ни один цвет еще пока не закончился. И я думаю, должно всего хватить. Им даже еще останется много. Вот. Ну, собираем дальше. Смотрите, как она блестит, а? Класс. Прям нравится мне. Такая отдыхалочка. Так, ну и теперь давайте посмотрим на результат, что у меня получилось. Картина уже в рамке. Опа! Смотрите, какая красота. Вот в такую раму я оформила стандартную. 30 на 40. Думала, нужно будет докладывать один рядочек, но померила. Казалось, не надо. Вот, и смотрите, какие красивые тигры. Полосатые. Да, кто-то из девочек мне подсказал, что это горы на заднем плане. Теперь, да, я вижу, когда уже полностью картина сформировалась. И теперь видно, что это действительно горы. По поводу страз. В картине было 17. 17 цветов, 17 пакетиков. Ну, здесь я пронумеровала уже символы сразу на пакетиках. Мне так удобнее работать. Все стразики остались в остатках. Ни один цвет не закончился. И даже их как бы довольно много осталось еще. Вот. Даже черный цвет здесь был не бракованный. Может, там, не знаю, пару штук, может, их там было кривеньких брала. Но в целом все стразы хорошие. И посмотрите, в остатке много осталось. Особенно мне понравилось работать вот с этим цветом. Стразы такие красивые, нежные, переливающиеся. Они очень сильно блестят. И было прям замечательно вкладывать вот именно вот этот цвет. Они такие нежно-нежно-голубенькие. Да, и кстати, в этой картине я думала, черные стразы, которые были не мерцающие, я думала, они черного цвета. А сейчас при хорошем свете я вижу, что они темно-темно-коричневые. Вот. А мне казалось, что они черного цвета, ну, потому что я выкладывала ее только по вечерам, и освещение было не такое хорошее, как сейчас. Сейчас у меня день. Включила все лампы и при хорошем освещении увидела, что, оказывается, они не черного цвета. Выкладывать было очень легко эту картину, потому что круглые стразики, мерцающие стразики.
помогали даже дети, вы видели сами это. Вот. И результатом я довольна. На этой картине я отдохнула. И на этом буду с вами прощаться. Желаю всем крепкого здоровья. Не болейте, не чихайте, не кашляйте. Вот, будьте на позитиве. Заходите на мой канал, смотрите мои видео, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте пальчики вверх, пальчики вниз, пишите комментарии. Постараюсь всем ответить. И всем большое спасибо за просмотры моих роликов. Все, всем пока-пока!